Не думал, что мы еще раз увидимся. Как ты нас нашла? Спросила, где тот придурок с порезанным лицом. Смешно. Сколько вас всего? Только двое? Нас не остановить. Джордан! Тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Помнишь того контрабандиста в Джексоне? Ну? Эта девчонка там была. Что? Они теперь мстят. Поэтому Ника так покромсали. Надо отвезти ее к Айзеку и объяснить ему, что тут происходит. Да, но я только что говорил с ним по рации. У нас новый приказ. Убивать нарушителей. Погоди, постой, постой, это же бред какой-то. Это прямой приказ. Нет, давай допросим ее, выясним, что она знает. Да насрать на это все. Ты видел, что она сделала. Да ты же понятия не имеешь, сколько их тут может быть. А вдруг это мне засада, Майк? Мне все равно, сколько их. Мы найдем их и убьем. Ты можешь хоть на секундочку свои мозги... Джордан, иди ты нахер! Я... Услышали. Смотри, она с ними. Пойдем, потом посмотришь. На той карте была телестанция? Я помню, что ли. Пойдем. Элли, ну! Обойди. Сколько их, по-твоему? Много. Надо выбираться отсюда. Come on!
Ну... Беги со всех ног! Ты цела? Ага. Узнаешь кого-нибудь? Нет. Не знаю. Обыскать двор. Ты смотри за столовой. Я останусь здесь. Ладно. Еще раз. Не знаю. Надо сосредоточиться. Марк! Ах! 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 Ах!
Смотри-ка сюда. Ну и в жопу этих псов. Заберем себе. Что там у нас? Есть что-то? Вон там. Элли, ложись. Где патруль Адрианы? Черт! Эй, вы двое! Она от нас ушла! Что? Что-нибудь видно? Нет. Проверить крышу. Я гляну, что здесь. А, она точно не на улице? Точно? Как она могла туда залезть? Не знаю. Остальные в пусть? Грег пошел в Capitol Hill. Он приведет ребят, должны быть уже на подходе. Что-нибудь видишь? Здесь никого. Дурная затея. Идем, проверить надо. Давай, заходим. Давай. Нам надо валить отсюда. Срочно. Как-то же ведь можно спуститься на улицу. Теперь ты.
Надо выйти на улицу. Вроде никого. Ага. Похоже, порядок. Так, вот, посмотри. Одна из них. Хм. Ну и пошла она. Читай письмо. Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. Телестанция. Думаешь, она еще там? Не узнаем, пока не проверим. Так. Рядом с этими высотками. Нам туда. Ладно. Найдем эту Лию. Я думала, мне точно кранты. Спасибо за помощь, кстати. Не за что. Так это и есть псы. Арсенал у них серьезный. Не то слово. Ты ожидала, что их тут будет так много? Томми меня предупреждал. И как, ты не передумала? Нет. Не нарваться бы на патруль. Уже не раз пытались меня выкурить. Сколько? Видела 2, но их наверняка больше. И когда до них дойдет, что мы выбрались... И поубивали их друзей... За нами ринется вся орава. Это ж надо было так, из-под тишка. Они не такие, как мы. А вдруг мы беженцы? Вдруг мы, ну, знаем что-то важное. Видимо, их это не волнует. Свежая кровь.
Я готова. Уложила? Да. Черт. Сердце колотится. И у меня. Я вот чего не могу понять. Почему они не убили вас с Томми, когда был шанс? Не знаю. Это неразумно. Может, они тупые. Может... Что? Может, просто вы не те, кого они искали? Вот вас и отпустили. Только они нас так отделали. Этот Джордан мне лицо разбил. Да, но почему они не довели дело... Уже не важно. Они облажались. Да уж. Как звали эту девчонку в записке? Ту на телестанции. Лия. Это та, которая... та, которая с косой? Нет. Я помню только, как она рыдала рядом с тем садистом, когда я рожу ему порезала. Что ты хочешь сделать? Я сейчас вернусь. Я буду здесь. Это еще что? Бомба, что ли?
Не зря сходила. Да. Хороший улов. Так что будем делать с Лией? Выясним, что ей известно. Выясним, где остальные, видно будет. Спросишь, за что они его так? Да. Ты ничего нового не вспомнила из разговоров с Джоэлом? Ничего. А может быть, что он натворил такого, о чем ты не знаешь? Легко. Он многое держал в себе. Интересно, что думает Томми? Он-то наверняка знает, с кем у Джоэла были счеты. Вроде даже отсюда вижу. Как поступим? Посмотрим. Кроме Буритус. Меня от них уже тошнит. Что-то есть захотелось. Да? Так не надо обсуждать еду. Да. Да где эта стерва? Она где-то здесь. Она точно не из шрамов? Она была на лошади. Она не смеет. Заткнись. Вроде нет. Хорошо. Черт. Кого-нибудь узнаешь? Нет. Эта зона просто огромная. Да, большая. Как думаешь, псы рассредоточены по всей зоне? Надеюсь, нет.
Есть что-нибудь? Тут хэллоуинская шняга. А вообще забавно смотрится. А мне не нравится. Идем дальше. Я думаю, попросить, чтобы меня перевели в камеру. Еще один патруль. Зачем тебе? Там такая вонь стоит. Тебя сразу наизнанку вывернет. Но это хорошая возможность. Навалять этим уродам, выслужиться перед Айзеком. Но он такую заставляет с ними делать. Когда они начинают кричать, это тяжело. Ладно, тогда я тебя порекомендую. Спасибо тебе. Только дам тебе один совет. Какой? Расколол гада, и все, хватит с него. Не увлекайся. Это смотря кто попадется. Я вроде видел что-то. Схожу, проверю. Чего? Вроде какой-то звук. Я проверю.
Дарри, кто-нибудь видишь? У нас чисто. Застать Лию одну. Тут же полно псов. Мы за минуту ее расколем. Ты будешь ее колоть? Если придется.
Вашу мать! Они повсюду. Я так и не поняла, какого хрена мы отступаем. Мы не отступаем. Мы собираемся с силами. Твою мать! Вижу их! Все тихо. Ты в норме? Ага.
Добраться нам сюда.